что, я примчался в Москву, сгонял к врачу, сделал первые шаги к чекапу, всякие рентгены, кровь и т.д. и т.п. Сейчас за город, на день рождения мамы. Сегодня в узком кругу исключительно буду я, сестра, племянница. Надо за племянницей еще заскочить. И мамина одноклассница, с кем она училась... Сидели, короче, за одной партой, представляете, сколько. Потом она у нее на свадьбе была свидетелем. Потом она чуть ли не первая держала мою сестру на руках. Ну, короче, прекрасная дружба. Вот, это в семейном кругу, а уже в воскресенье будет... все приедут, те, которые летают, учатся и прочее. Так, а сейчас Wildberries, забирать фиолетовый шампунь. И дальше дела делать. Сегодня еще ТО Василька. Идем. Еще есть расстройство этого утра. Значит, когда приехал из театра, одежду кинул. Сегодня с утра смотрю на джемпер. Дорогой, качественный, шерстяной. Вот я как сидел на деревянной спинке. Там поверху две зацепки, по низу две зацепки. Блин, обидно до жути. К этому я не был готов. То есть в большинстве театров все-таки у нас мягенькое все это, но, блин, жуть-жуть, мне кажется, жалко. Но мне кажется, вещь уже испорчена. Сейчас покажу. Вот спина, ну как тут не расстраиваться? Смотрите. Обидки. И вот как я елозил, вот верхняя часть спины, вот нижняя часть спины. Короче, обидно. Денег все стоит. Ну да ладно. Так. Выезжаем. Картинки показывать не буду. Наверное, вот когда будет общий праздник, тогда что-нибудь покажу. Короче, я пока еще пытаюсь сложить. Мне нужно сходить еще на рентген, сделать суставы. Нужно пройти офтальмолога, нужно пройти невролога или невропатолога. Я тут, пожалуйста, свои проблемы с памятью. Хотя, в общем-то, это не проблема с памятью, когда слишком много информации, когда не даешь себе цифровой детокс, когда постоянно читаешь, то Телеграм, то Инстаграм, запрещенный ныне, то Ютуб и прочее, слишком много информации. Вот. Ну и за праздники я успею все сделать. Это к тому, что ходить к врачам. Не забывайте делать это. Здоровье важно. Все, пока. Вот, Лореаль купил. Надеюсь, окажется хорошим. Сильвер. То есть он должен высветлять и убирать желтизну. Надеюсь, не буду с синей бородой. А, о, я сейчас на бороде попробую через несколько минуток. Ну что, катимся за племянницей. Потом за город. Надо купить цветы, причем мама просила самые простые, ну, вернее как, не то, что она просила, она сказала, знаю, что все равно купите. Я не люблю срезанные цветы, мне это тяжело дается, сами букеты люблю, но вот что-либо делать, не знаю, короче говоря, выбери что-нибудь необычное, простое, розы ей подарит, я подарю что-нибудь простое. Дальше нужно заехать, она попросила пару грузинских пирогов купить с чем-нибудь, кроме мяса, потому что мясные салаты будут. Ну и на этом на сегодня все. Все остальное к выходным уже куплено. Как-то все. Хотя бабушка, наверное, и поймет это, я в цветах не разбираю. Все крейзи. Фрейзи у нас будет 18, и Матео 7, и Ярухи 0,5. У тебя Фрейзи одна осталась? Да. А он сегодняшний? Еще один салат.
Счет какой-то, слет байкеров. Ну, малыш полностью готов. Малыш, Вася, как бы там ни называли. Все, все пройдено. 15 тысяч километров дальше. Ну что, ТО сделано. Все как-то быстро очень получается. Дни насыщенные. Время, конечно, летит, но вроде все как-то быстро успеваю. По-прежнему меня подбешивает ситуация со свитером. Потому что теперь его либо только где-то под пиджаком носить, что, конечно, возможно зимой, но неприятненько, короче говоря. Ладно, есть такой пунктик у меня, что подбешивает. Я понимаю, что, может быть, если отнести к портнихе, она сделает, это мне все равно костюм ей нести. Поэтому я думаю, наверное, исправим ситуацию. И я столько всего сделал, и сейчас мы еще с вами сегодня успеем поехать в ресторан. Помните, мы с вами были в селфи, это White Rabbit, хороший ресторан, тогда еще с мишленовскими звездочками. А сейчас мы едем с вами, поедем, я сейчас машинку кину, не поставлю в паркинг, а не кину, и мы едем с вами в Mushrooms. Mushrooms, это, если не ошибаюсь, тоже White Rabbit группа. Якиманку Mushrooms. Надо будет посмотреть меню. Вот. Почему я пытаюсь все успеть? Все разъезжаются. Друзья сейчас... Кто-то в тепло уезжает, кто-то не в тепло. Вот подруга, с которой мы встречаемся, с которой мы ходили по ресторанам в Дубае, они сейчас улетают в Китай. Китай, еще что-то. То есть хотят просто погулять, посмотреть, поесть... Ну, что ж, рад за них. Вот, поэтому майские праздники я с семьей, с вами, соответственно, в том числе. Все, теперь встретимся в ресторане. Покажу еду, коротко. Кстати, что-то у меня мысль пришла. Не знаю, воодушевит, не воодушевит, или просто это нафиг не нужно. В ближайшие дни будет хорошая погода, солнечная, вероятно, тепло, но не жарко. Ну, там температура будет где-то в районе 17 градусов. Ну, хорошая прогулочная. Если будет хорошая прогулочная погода, хотите ли прогулку в Серебряном Бору? Конечно, через забор я навряд ли могу вам показать изыски градостроительства тамошних особняков многомиллиардных. Ну, просто если хотите погулять, хорошая природа, там, я не знаю, белки-бурундучки, утки и прочее-прочее. Если хотите, это, сделайте вот так. Кивните. Вот, поэтому я бы, наверное, погулял. И, наверное, пошел бы без велика, без самоката. Если у меня-то... я могу ходить гулять на велике и на самокате. Вот. Наверное, я пешочком пройду, чтобы какой-то там сколько тысяч шагов своих прогулять. Вот, поэтому, если будет желание, скажите, поснимаю. Все.
что Якиманка, торговый центр Гименей, а вот и ресторанчик Mushrooms. Мы идем туда. Сколько? Так, ну давайте потихоньку вернемся. То есть я уже в ресторане. Сейчас покажу немножко интерьера. Здесь тихо и спокойненько. Как я говорил, ресторан – это группа White Rabbit. Бренд-шеф здесь Мухин. Я вот не помню, сейчас я напрягся. Насколько я помню, я был в Дубае в красоте. Это тоже Мухин. Ну, показывал я или не показывал, не знаю. Поэтому сейчас покажу картинки. Здесь очень вкусно. Mushrooms переводится как грибы. В 22-м году он тоже был один из мишленовских ресторанов, получил звездочку. Ну и, соответственно, здесь в основном грибная тема. Грибочки всякие. Ах, слюнки текут. Мои друзья пока опаздывают, поэтому я вам показываю менюшку. Ну и дальше решим. Вот, это коротенькая еда. В принципе, ценник, ну, средний по Москве, то есть 780-800. Если что-то более-менее, ну, где-то вот фермерский козленок, утиная грудка, получается 1030-1060. То есть цены, ну, для Москвы, назовем, достаточно невысокие. Самый дорогой запеченный осьминог с теплым картофелем за 1400. В принципе, нормально, честно говоря. Все. Чуть позже покажу, как все это выглядит. Потому что ребята любят заказывать что-нибудь необычное. Я всегда обычно, я сейчас как бургер с грибами закажу, и на этом все. Вот, все, не отключайтесь. Можно выпить апирольку. Это аперитивчик. А вы любите апирольку летом? Я вообще люблю, если уж на то пошло, если мы заговорили про эту тему, у нас канал 18+. Я люблю все, что с пузырьками. Я не люблю шампанское. Ну, да, шампанское должно быть дорогим. А просекко, как бы, это вкусно. Аперолька хорошо. Аперольку можно и самим летом приготовить. У всех разные совершенно рецепты. Ну, хороший освежающий напиток. Для друзей, для вечера, для телевизионной программы, для того, чтобы посмотреть что-то приятное. Кстати говоря, может там устроить челлендж какой-нибудь? О! Как это работает? Это было странно, но вкусно. Давайте такой фондан. Извините, что не плавно. Да, очень красиво. И вытекает вот такая красивая, очень необычная на вкус начинка.
Не, не надо снимать. Вообще так. Слушай, надо будет сюда еще вернуться. А я пиццу даже меню. О, ну что, вечер подошел к концу. День подошел к концу. За сегодня. Поликлиника. День рождения мамы. Тео сдал машину. Принял машину. Ресторан. Что-то я притомился на самом деле. Даже сфокусировать глаза не могу. Ресторан самый запоминающийся был, конечно. Очень вкусная кухня. То есть нужно отдать должное, что в Москве это все доступно и вкусно. Мы с подругой сравнили ценник, который был у нас по Дубаю, к примеру, и поняли, что, ну, не в половину, а на 30% здесь дешевле, уже не говоря о том, насколько высокий уровень подачи, обслуживания, внимания. Ну, короче, очень вкусно. Поэтому ресторан «Селфи» рекомендую, «White Rabbit» рекомендую, «Mushrooms» рекомендую. Ну, и мы договорились, что когда они вернутся, мы пройдем, наверное, не только по «Рэббитам», но и по «Пинским». Зайдем в Афину. Афину я вам показывал буквально в предыдущем влоге, когда ехал в театр. Помните, такой треугольник? Синагога, Афина, Аист, Патриаршие пруды. Если кто-то был, скажите. Ну, думаю, ресторан новый, еще никто не был. Вот, поэтому все, на сегодня все. Вам отличного вечера. Блин, хочу спать. А еще у меня основная задача. Мне было поручено пересадить цветы. Я не знаю, с какой стороны подступать к цветам. Вот к этому. И к этому. Дерево жизни, дерево денег и так далее. В завтрашнем влоге я вас поспрашиваю, наверное. Вот, все. Я притомился, я торможу. Я торможу резко с утра, я торможу резко вечером. Вам отличного дня. Пока-пока.